Подпольное казино обнаружили полицейские в Альметьевске. Незаконный игорный салон находился в нежилом помещении. Его организаторы оснастили компьютерным оборудованием, с помощью которого и было организовано проведение азартных игр. С места происшествия сотрудниками подразделения экономической безопасности изъято 14 системных блоков, моноблоки, мониторы, Wi-Fi, роутеры. Также считыватели для кодировки клиентских карт и денежные средства. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности игрового салона.